Здравствуйте, меня зовут Ирина Горшенина, и прямо сейчас хорошие новости мы узнаем у жителей города Волжского. Внучечка у меня родилась, годик ей, ходить начали. В общем-то, вся жизнь у нас сейчас вот такая интересная, она нас веселит. Вот это вот самое-самое приятное в моей жизни. Ну и так, все хорошо. На даче зацвели абрикосы. Будут или не будут, будем ждать. Клубника не замерзла, пошла в рост. Картошечку посадила, радость. Ну и вообще, дети здоровы, славьте Господи. И внуки радуют. И вся жизнь радость. Солнышко светит, войны нет. Какая еще может быть? Это самая большая радость. Скоро садик дадут. Пойдем в садик. В этом году обещали всем. Наши власти города. Ну вот, надеемся на это, да? Киса. В отпуске гуляем. Проводим отпуск, гуляем, радуемся и погоде, и зданиям. Наступила весна, пора любви. Я вышла на работу после декретного отпуска. Очень люблю свою работу. Только что приехали из Ульяновска, гостили у родственников у своих, очень рады были видеть. Наш сын вчера 11 месяцев ему было, через месяц будем годик праздновать. То, что мы живы, бегаем, ходим, уже хорошие, счастливые события. И на этом у нас все. Хорошие новости смотрите не только в эфире, но и на нашем сайте. Пока!